Галицина Фиш. 19-е. Какое у нас число сегодня? Двадцатое апреля 2024 года. Запуск 200 килограмм на безлимитный сектор. Форель. Навеска у нас до 3 килограмм. Есть икрянка. Вот они какие. Лососи плавают. Снасти из воды. Сегодня у нас одна активная снасть. Снасти из воды. Ждем, когда рыбка разойдется. Это был доп-запуск. Рыба очень бойкая. В садке удержать, в подсаке ее не так просто. Выпрыгивает. Вот они у нас какие. Вот они у нас какие. Лошади. Она вот так вот делаешь весок. Вот так. Назад сначала двигаешь. Надо сюда сходить. Третья бочка пошла. Так, Юр. Четвертую бочку насыпаем. Надо еще приподнять. Не надо. Вот они какие попадаются. Давай. Вот так, на себя. Вот так. Понимаешь? Вот, и все, да. Все фиксируем. Пятая бочка. Так. Тара. Блять. Еще раз. Ну все там. Тара. Ты мне на ногу наступил. Терпи. По нулям. Покажи навесочку. Вот они какие. Еще один доп-запуск у нас. Давай. Рыбка расходится потихоньку. Гости в ожидании. Еще столько. Так, шестая бочка. Отдарились. Еще раз. Не, так не жми, просто один раз и дай успокоиться. Снизу. Ох, какие. Вот они лососи. Вот они лососи, бля. Весь крупняк на дне. Да. Средняя. Очень большая. Посмотрим, как она на сегодняшнем давлении будет клевать. Ну что, не словит сегодня. Будут долавливать завтра. Вот она шустрит, пошла гулять.
Ох, какие! Да-да. Зачерпнул, так зачерпнул. Так, девятая бочечка у нас. Что там у нас по нулям? И погнали. Ох, какие! До запуска уже есть. Да-да-да. Так, ну что, 5 минут ожидаем, чтобы разошлась крайняя бочка, и стартуем.